Самые душевные спортивные соревнования прошли на минувших выходных в Одинцовском округе на берегу Москвы-реки. Открытый фестиваль «Дружба» собрал команды из разных муниципалитетов Подмосковья. Как родилась его идея и какую цель преследовали организаторы? Об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, в прямом эфире ТВ-программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Александр Семенович Тарасов, главный тренер фестиваля, и Анастасия Андреевна Рыжий, представитель оргкомитета. Здравствуйте. 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 А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы можете задать свои вопросы гостям в студии. Наш номер телефона 8-495-508-86-84. Кроме того, прямой эфир сейчас идет также в социальной сети Instagram, где вы можете оставлять свои вопросы или комментарии. Вот немножко переиграем сценарий, начнем с другого вопроса. Вот сейчас, когда фестиваль закончился, хочется выдохнуть. И как? Наконец-то это завершилось? Или как жаль, что все это уже осталось в прошлом? Как жаль, что это быстро закончилось. Да. Смотрите, ответ совпал. Значит, действительно, наши герои нас не обманывают. Вот вашим впечатлением поделитесь от фестиваля. Ну, это, конечно, мероприятие грандиозное. Знаете, практически у нас как-то, может, по накатанному все происходит, что-то делается, готовится как бы там заранее или что-то. А вот здесь, знаете, как бы очень быстро... за короткое время подготовились к этому проведению фестиваля и провели его, то есть провели люди, вот как Лементьев Александр Владимирович, он руководитель, то есть он как бы организовал проведение этого фестиваля, и его сын Сергей Александрович. И они так за короткое очень время все это дело организовали и провели. Провели на высшем уровне, конечно, очень здорово, все были довольны, и самое главное, атмосфера такая была дружеская, патриотичная, веселая, спортивная. В общем, на самом деле это очень и очень хороший задел. Очень хороший задел на будущее. Но провели все-таки не только они, провели вы все вместе. Анастасия, ваши впечатления от фестиваля какие? Вот удалось немножко отдохнуть или вы были полностью погружены в работу? Нет, отдыхали мы, конечно же. Это, конечно же, возле костра вечер. Тут нельзя не расслабиться. Да, после трудового дня тяжелого. А так, наши цели достигнуты были по итогу. Вот сейчас мы назад смотрим, и мы понимаем, что то, что мы запланировали, это мы сделали. Вот именно так все да. И должно было выглядеть. А вот, кстати говоря, сколько готовились к фестивалю? 3 недели. 3 недели для того, чтобы, да, вот да. 3 дня фестивальных пройти. А сколько команд в результате приняло участие в фестивале? 5 команд. 5 команд из разных муниципалитетов, да. Как я сказала, правильно? А кто были эти люди, кто участники фестиваля? Обычные любители, обычные люди. У нас была цель для того, чтобы... Просто обычные люди приняли участие, а не какие-нибудь там спортсмены, качки и все. То есть это не аналог Олимпиады. Нет. В Одинцовском округе? Это любительский фестиваль. Он рассчитан был на это. Отбор какой-то участников был? Были какие-то критерии? Вот ты можешь, а ты не можешь. А может, какая-то спортивная Нет. изначально подготовка? Нет, отбора никакого не было. Мы думали, то, что должны быть обычные люди. У нас даже была команда «Старость в радость», которым от 50 до 60 лет были вот такие участники у нас. Они очень дружеский коллектив, очень добрый, очень отзывчивый. Как-то неудивительно, иногда они еще бывают и самыми подготовленными. Да. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Вера Дьяченко. Вера Дьяченко, здравствуйте. Вы вопрос будете задавать вашим коллегам или, может быть, своим впечатлением поделитесь, или расскажете по волонтерской части? Ну, о фестивале. Я думаю, я задам вопрос Анастасии прямо в прямом эфире. Настенька, для нашего дальнейшего будущего организации развития, сколько нам нужно волонтеров? Вот такие организационные вопросы. Вера, но прежде чем Анастасия на ваш вопрос ответит, а вашим впечатлением поделитесь. Вот давайте, во-первых, расскажем, какое отношение вы имеете к фестивалю? Я представляю группу «Дари добро». Волонтерский наш отряд присутствовал на празднике. Мы поддерживали Настю и Сергея, еще одного организатора. И, ну, наверное, были ими правыми, левыми руками. Вот. И где-то вместе с ними фестивалили. А чем волонтеры занимались? Вот что пришлось делать?
Ну, нам приходилось заниматься многим. И подготовкой, организацией, закупкой всевозможной и продуктов, и там лакокрасочных материалов мы готовили, убирали берег, организовывали полосу препятствий, всевозможные соревнования, судейство, готовку еды. Все было на наших хрупких девичьих плечах. Отдохнуть-то чуть-чуть удалось на фестивале? Да, конечно. Надо уметь работать отдыхающе. Вот именно, и получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Вера, спасибо большое. Теперь Анастасия. Вот вопрос от Веры. Сколько волонтеров в следующий раз нужно на фестиваль? Думаю, повара нам точно нужны. Это не заменяет главные люди, наверное, на таких мероприятиях. А так где-то в районе 20 человек достаточно будет, мне кажется. Потому что на этом фестивале нас, грубо говоря, было в районе 10 человек. Все это организовали 10 человек. Но, тем не менее, справились с поставленными задачами. Да. А вот если еще поговорим об участниках соревнования, да, вот какие-то критерии все-таки были. Вот я, насколько понимаю, возраст не младше 18 лет. Нет, старше. Старше 18 лет, да. Что еще должно быть? Вот какая-то спортивная подготовка специальная требовалась? Никакой. Вообще никакой. То есть абсолютно любой желающий мог присоединиться. А команда? Это должна быть команда, правильно? Да, команда от 15 до 23 человек. Должна была быть, конечно же, прививки, не прививки. Вот это у нас тоже был критерий. То, что, ну, как бы масочный. Сейчас, к сожалению, время у нас такое, без этого никуда не деться. А спортивная программа была очень насыщенной, было очень много разных видов спорта. А вот давайте расскажем, какие были виды спорта? Футбол был, волейбол, бег с препятствиями, в том числе и с водными препятствиями. После кросса на лодках переправлялись на другой берег и опять же продолжали бежать кросс. Потом, ну, в принципе, много было. И я имею в виду непосредственно силовые. Спортивные соревнования. Перетягивание каната очень такое, знаете, примечательное состязание было, что довольные самое люди, и они ходили там, и никто не уходил, и смотрели, и тянули канаты все команды, то есть пока все не протянули, никто не уходил, пока не закончили соревнования. То есть люди были настолько увлечены вот этим видом спорта, что просто было приятно это наблюдать со стороны и очень интересно. Вот. Шахматы. Тут теннис настольный. Вот. Ну, в общем, там я сейчас могу где-то и ошибиться, не назвать что-то. Но практически обширная программа была. Больше, наверное, 12 видов спорта входило в систему соревнований. Поэтому и сами соревнования были насыщенными, и сам вид спорта, и когда они профессиональные спортсмены, они хотят участвовать и участвуют, они знают, что у них жизнь кипит. На уровне все в одинаковом положении, и их это как бы воодушевляло, и они рвались, как говорится, в бой. В общем-то, и выступали полной отдачей сил, молодцы. Вот тут, наверное, еще хорошо, что не было никаких критериев отбора, потому что многие могли бы просто постесняться заявить о себе, подумав, что там, наверное, это вон а я-то чего пойду. Поэтому и народу собралось не так мало. Александр Семенович, мы в нашем эфире неоднократно рассказывали о ваших боевых заслугах, вашу боевую биографию рассказывали. А вот давайте про спортивную поговорим. Вот почему вы стали главным тренером фестиваля? Ну, во-первых, я много лет знаю Александра Владимировича Клементьева, председателя оргкомитета. Мы с ним работали вместе в органах внутренних дел. Мы с ним вместе ветераны органов внутренних дел. Вот. И как бы, знаете, у нас, может быть, еще закладка идет от того, что мы работали в системе МВД когда-то. Вот эти организаторские способности и инициатива, она как бы проявляется до сих пор, ее никуда не денешь. И вот поэтому Александр Владимирович тоже как бы это дело организовал, мы с ним поговорили тоже, я с Сергеем Александровичем поговорил, и, естественно, когда мне предложили, что
чтобы я выступал в качестве главного судьи, я, конечно, согласился. В общем-то, я по своему роду деятельности, или как бы, в общем-то, по спортивной карьере, я закончил кандидатом мастера спорта по армейскому рукопашному бою, ну и боевой самбо там, естественно. Вот, поэтому я как бы тренерские навыки имею немного, ну хоть, в общем-то, не по всем видам спорта, но, в общем-то, я представление имею и могу как бы отличить, что есть, что и от чего-то. Вот, и поэтому я с удовольствием согласился, тем более, вы знаете, мы сколько проводим и патриотических мероприятий с детьми в разных и в школах, и в институтах, и везде. И поэтому вот такое мероприятие, когда мне сказали, что вот будет там проводиться, я, конечно, с удовольствием согласился, понимая то, что это очень хорошая идея, и она продолжит свое существование, я думаю, однозначно. И поэтому вот таким вот образом мы как бы сошлись на этом, что надо провести, и провели, я думаю, что достойно, и просто приятно было наблюдать людей, которые принимали участие в спортивных состязаниях. Вот настолько каждый старался, вот именно, знаете, добросовестно. Бывает, как в детском саду, там детишки, вот им говоришь, вот это делай. И они настолько были этим увлечены, что со стороны наблюдать было, это очень интересно. Ну, в общем, хорошее, добротное мероприятие. Очень здорово. Анастасия, вот у вас какая часть спортивной программы больше привлекла бы, если бы вы были участницей? Канат. Тоже канат. Да. Это мне единственное состязание, которое я, во-первых, увидела, успела на него, и которое оно было реально очень эмоциональное. Да. Оно прям... Все были... В эмоциях, да. Заражены прямо вот этим... Энергия прям энергия такая, вот прямо идет, все довольны и все стараются что-то делают. Победить здорово. Вообще. Ну вот, кстати говоря, да, про детский сад вы начали говорить. Ну, в детском саду-то да, все очень увлечены, но конусы иногда стараются, например, не оббегать. Вот здесь конкуренция была добросовестной, все честно выполняли правила. Честно. Все, никому ничего никто не подсуживал. Все именно получили заслуженно свои баллы и свои места. Поэтому даже подходили некоторые ребята, принимавшие участие во всех каких-то видах спорта и спрашивали, а вот это что-то, а вот тут может не так, а вот это. И то есть приходилось объяснять, что целиком должна быть полностью целиковая команда, которая претендует на первые места и так далее, что должен быть количественный состав и так далее. То есть и все это как бы обсуждалось, и все были уходили удовлетворенными в плане того, что все по справедливости, и судейская как бы команда, и то, что они заслуженно получили свое место, которое им как бы назначили в этом виде спорта. Да. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Алло, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктория. Виктория, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Хотелось бы поинтересоваться у организаторов. Вот рассказывают про спортивные команды, которые там были. А детей брали с собой? Детки участвовали в этом фестивале? Спасибо большое, Виктория, за вопрос. У нас приезжали семейные пары, было много деток, но мы планировали задействовать их, но мы не успели просто. У нас много было подготовлено для детей именно, ну, просто не хватило рук для этого. Ну, судя по всему, запрос такой есть, и волонтеры готовы в следующий раз помочь вам, видимо, в большем количестве. И, наверное, можно рассчитывать, да, на то, что в программе появится и детская часть какая-то. А когда редакция нашего телеканала узнала о том, что такое замечательное мероприятие будет проводиться в селе Знаменское, ну, конечно же, мы не смогли туда не отправиться. Внимание на экран. Так, это нажимать? Да. Соревнования на свежем воздухе, палаточный лагерь на берегу Москвы-реки и песни у костра. В селе Знаменское прошел открытый спортивный фестиваль дружбы. У нас многоборье получается. Это футбол, волейбол, полоса препятствий. На одном из этапов полосы препятствий, один из этапов – это переправа через речку. Для безопасности участников были приглашены спасатели, которые организовывают. Это водолазы. Пожарный надзор, чтобы была безопасность участников, чтобы они себя чувствовали спокойно, чтобы люди могли спокойно заниматься именно соревнованиями. Чтобы организовать такой спортивный праздник, потребовалось 3 недели. Подготовка днями и ночами, но главное – результат. Все для того, чтобы люди могли спокойно здесь отдыхать, признаются организаторы. Конечно, не обошлось и без помощи волонтеров. Мы не могли остаться в стороне и решили поддержать, занимаясь всей подготовкой, днями, ночами,
мои девочки и красили, и закупками занимались. Вот. Ну, с одной стороны, было непросто, но мы сейчас смотрим на этот праздник и находим свое удовлетворение. Мы провели несколько недель в подготовке, и все было не зря. 6 команд из разных округов приняли участие в соревнованиях. Трехдневная программа по-настоящему сплотила участников фестиваля. Во-первых, этот фестиваль все организаторы между другом дружат вместе. Ну, как бы. И вдобавок, вчера был праздник, День дружбы. И как бы тематику к этому тоже подвели. Здесь, конечно, большую роль играют организаторы, ребята, которые вот неравнодушные за здоровый образ жизни именно. Вот. И это очень даже приветствуется. И вот таких ребятишек, они же это видят. Вот. Их надо к этому привлекать. И чтобы вот эта работа, она была системная. Системная работа с молодежью. Более 100 человек получили летний заряд положительных эмоций. Ну а команды победителей наградили дипломами и кубками. Мы это провели впервые соревнования. Надеемся, этот турнир такой будет спортивным, ежегодным. И чтобы действительно команды могли заявляться все больше и больше, всех желающих приглашаем принять участие в таких спортивных соревнованиях. Призовые места достались гостям из Наро-Фоминского, Русского и Можайского округов. Но победила, несомненно, дружба. Фестиваль станет доброй традицией, уверены организаторы. В прямом эфире ОТВ программы «Главная тема». Сегодня мы вспоминаем фестиваль «Дружба», который прошел на минувших выходных в селе Знаменское. 8-495-508-86-84. Телефон прямого эфира. Звоните и задавайте ваши вопросы гостям в студии. Сегодня у нас в гостях, собственно, организаторы фестиваля. Вот, Анастасия предпочла бы перетягивание каната. А вот все-таки у участников фестиваля какой был самый такой востребованный вид спорта? Ну, оно, может быть, знаете, футбол тоже востребованный, это практически все играют. Ну, как-то мужчинами, наверное, больше. Или женщины? И женщины. Команды были ровные, и женщины, мы мужчины. Мы за равноправие, совершенно согласны. Да, и волейбол также, и футбол было то же самое. И бежали также все, бег с препятствиями, очень интересно, все бежали здорово, конечно. И тем более, когда уже вот канат перетягивали, конечно, там было на равных и девчонки, и женщины, и мужчины. И главный вопрос, что женщины, они не отставали от мужчин, они упирались до того, там даже земля порой была такая мокрая, скользкая, они ехали. Но они до того, в общем, были однацелены на победу, что, наверное, наравне с мужчинами сражались за победу. Это очень здорово, конечно. Александр Семенович, а кто вам помогал судить соревнования? Или вы в одиночку справлялись с задачей? Не, ну, там у нас были волонтеры, были судьи, тоже ребята из числа тех, кто даже принимал участие, были кто-то, допустим, кто-то футбол играл, ну, дворовый футбол, там волейбол, кто-то тоже там ребята могли судить и так далее. То есть это было, как говорится, экспромтом, приобщали к этому тоже ребят. Если не хватало, допустим, судейских моментов людей, то есть судей, то мы практически как бы приобщали к этому делу ребят, которые непосредственно принимают участие в этих соревнованиях. Это было здорово, все, то есть без накруток, без чего судили и не присуждали никому там лишнего ничего, и это было очень интересно и здорово, конечно. А по каким критериям оценивали участников соревнований? Это скорость, это время, это, не знаю, частота исполнения каких-то моментов? Ну, по критериям, во-первых, все команды должны были быть целиковыми. Там от 15 до 23 человек они должны быть. Если команда принимает во всех видах спорта, то она полноценная, то она, конечно, претендует на первые места. Если какая-то команда не полностью укомплектована, то за счет этого, допустим, если не принимает человек в какой-то команде, вернее, спортсмен участие, то оно как бы само по себе отходит на второй план. Но это естественно. То есть приехать и отсидеться не получится. Да, надо участвовать. Приехать, да. Все будут участвовать, все участвовали, естественно, как бы. Вот это сам задор, он сам за себя говорил, и просто говорит, вернее. И то, что вот происходило и во время спортивных состязаний, кто-то, допустим, бежал там первым, хотел прибежать первым. Кто-то был, знаете, мостовик затеянный в перетягивании канатов. Везде были свои лидеры во всех гонках. И в волейболе, и в футболе. Естественно, были как бы свои капитаны, но и застрельщики были не помимо капитанов. Все старались показать свое достоинство и проявить себя с наилучшей стороны. Это очень здорово.
все стремились к этому, и все получалось, все очень хорошо и здорово. Мне кажется, в такой дружеской обстановке очень тяжело выбрать победителя. Вы знаете, ну вот как мы, я когда награждали, мы проводили награждение, я обычно там перед ребятами выступал и смеялся, я говорил, ребята, говорю, в целом-то и в общем, я говорю, победила дружба. Как бы там ни было, вы приняли участие, вы отдохнули, вы пообщались. Вы получили заряд бодрости, наверное, на 5 лет вперед, то есть это настолько они были все воодушевлены, и все в один голос, да, это очень здорово, мы настолько этим морально удовлетворены физически, что это лучшего, наверное, и быть не может. Поэтому, на самом деле, победила дружба, а то, что, да, кто-то посильнее, какие-то команды были, ну, это заслуженно, и они молодцы, но, во всяком случае, когда будут проводиться последующие какие-то мероприятия, они уже знают, что надо... Где-то ну да, и дух соревновательности, он же дух... должен быть в конце конечно, концов. Конечно, что где-то надо поднажать, где-то надо больше проявить какого-то спортивного интереса. И поэтому это задел очень хороший, так сказать. Я думаю. А вот сейчас задам провокационный вопрос. Ну вот со спортивной частью, понятное дело, все справились. А с чисто туристической установкой палатки, разведение костра, насколько я помню, в команде костровые должны да, были да. быть, да? Тоже справились на все твердую пятерку, да. Даже когда команды собрались, все палатки были собраны, уехали, мы пошли проверять поле. Думали, что мусора будет. На самом деле, как будто и следа не было. Все убрали буквально. Да. Даже все костры были закопаны. Прикопаны были, да. И все. Ну, насколько я понимаю, дежурили спасатели, да, обеспечивая безопасность МЧС участников. Безопасность, и... то есть, тоже была продумана, да, на хорошем да. уровне. Водолазы да. были, МЧС были. МЧС, водолазы, и все. И водолазы дежурили на Москва-реке, когда переправлялись во время прохождения препятствий. Полосы препятствия, то на воде дежурили, стояли у нас МЧСовцы. Да. Ну, а теперь я предлагаю перейти к той части, о которой мы с вами еще не поговорили. Но, может быть, для кого-то она была наиболее привлекательной. Был костер и были, соответственно, песни у костра. Это тоже часть конкурсной программы? Да, это часть конкурсной программы. Вот расскажите про нее поподробнее. Что нужно было сделать, чтобы стать лучшим по этой части? Ну, на самом деле, ничего особенного. Были заготовлены у команд песни, которые они пели по очереди. Потом уже мы сидели возле костра, уже сами просили песен. Тоже все дружно сидели, исполняли. Наверное, за счет этого и все сплотились друг с другом, как бы в дружеской обстановке, без соревнований, без всего. Очень волнующие вопросы. Гитары были? Были. Ой, были. У нас ой, и колонки красота. Были, и микрофоны были. Да. У нас чуть ли там не концерт целый был. По заявкам. А вот для конкурсной части одну песню достаточно было исполнить? А там уже по желанию. Кто хотел петь, пел. Кто хотел играть, играл. И какие песни сейчас поют у костра? Расскажите. Ну, скорее всего, хиты 90-х в основном. 2000-х, 90-х. Вообще-то песни были, можно, да? И песни да. были всякие. Были и патриотические, были и на спортивную тематику. Были и времен войны. Песни, да. то есть у нас, вот мы проходили, у вас сколько, 10 часов, наверное, да? 2-30 проходили по лагерю. Вот понимаете, сидят в одном месте поют, в другом месте поют, в третьем месте поют, а в одном месте там тоже вот... Из офицеров России, там парень, я его давно тоже знаю, Иван, как бы вот они сидели, там песни пели патриотические, афганские песни и так далее. И в результате получилось так, что к ним стали даже подтягиваться другие, то есть это настолько так вот более-менее профессионально, что, в общем, задевало людей за живое, и вот они подходили тоже к ним и слушали. А практически там тех, в нескольких местах организовывались вот эти самостоятельные пения, и это очень здорово. На самом деле люди, ну, чувствовали себя воодушевленными, свободными и как бы нужными друг другу, и могли поделиться и пообщаться. Это, конечно, ну, а тематика песни была разная была. Тут не то нельзя сказать, что там конкретно какое-то направление. И, в общем-то, она почему и ассоциировалась со всеми моментами, как бы, и патриотизм, и спорт, и духовность, и культура. Поэтому вот эти песни разных периодов, разных времен, они как бы все собрали в себе воедино, и, в общем-то, получилось очень здорово. Как оценивать спортивную часть, ну, еще как-то понятно, есть какие-то критерии. А вот по творческой этой части, наверное, все сложнее. Вот на что обращали внимание судьи? На частоту исполнения, на, не знаю, репертуар, на артистичность? Как по этой части лучше выбирали? Наверное, душевность. На первом месте. Угу. А вот здесь не было обид, потому что творческий конкурс, ну, действительно, судить сложно. Ну... На самом деле,
Сложно судить. Да. Но справились. Судить, да. И там, конечно, и душевные, как бы, душевная тематика. И то, что, ну, некоторые были даже пели, у них очень хорошие голоса. И они как-то, ну, в общем-то, сказать, можно сказать, что выделялись как-то немножко. Потому что, на самом деле, хорошо поставлен голос. И под гитару поет сам, допустим, человек. И как бы его окружили люди и сразу присоединились к пению. Понимаете? То есть повел он людей за собой. Как бы оно чувствуется, что человек, да, вот он... с душой относится к этому, и люди прониклись. Это очень здорово. То есть, а какая там репертуар, в общем-то? Самое главное, что смог людей как бы приобщить к этому делу, смог людей зацепить за живое. И люди, как говорят, хорошим люди потянулись. Вот в конечном итоге, как выбирали победителей? Вот по сумме баллов? По баллам. Вот по итогам всех этапов? Да. Полностью весь проход, спортивное состязание, у костра песни, и перетягивание, там, и, в общем, и футбол, и волейбол, и речное вот это препятствие, преграда, вернее, все. В целом-то, конечно, по всем видам спорта и по культурным мероприятиям. И я бы хотел вот заметить еще, что на самом деле вот эти моменты, знаете, вот когда, еще раз я повторюсь, правда, подводили итоги, и вот настолько ребята переживали, вот настолько они вот даже стоят, молчат там, если что-то. Ну, и еще такая атмосфера была здоровая, никто не перерекался, никто не спорил. Если какие-то моменты возникали, спорные вопросы, то они подходили и задавали их. То есть они получали удовлетворенные ответы, или удовлетворительные, и понимали, что да, вот так и так. И вот это, конечно, сама здоровая обстановка, люди расположены к этому, очень здорово. А что же победители получили? За что боролись-то участники фестиваля? Кубки, награды, медали. У нас даже две команды были, которые вровень шли по баллам. Но так как у нас положение прописано в правилах, то, что по полосе препятствий да, присуждать первое, более высокое место, то у нас вот поэтому красные панамы заняли третье место, а Руза заняла второе. А так они наравне были. Ну и самое главное, наверное, это удовольствие от проведенного времени. Конечно, это удовольствие. И еще ведь, смотрите, там даже переходящий кубок был. Вот. Да, допустим, в следующем мероприятии, в следующем соревновании этот кубок, опять же, за него будут бороться. Все получили медали. Естественно, получили за первые места и получили еще и грамоты, допустим, и медали люди, которые принимали участие в этих соревнованиях. Это очень здорово. То есть получается, что никого не обидели, все как бы остались при нормальном, в общем, поощрительном интересе. Поэтому это здорово, конечно. Ну, а, наверное, теперь задам самый главный вопрос, с которого, собственно, мы и начали программу. А главная цель вот всего фестиваля была какой? Это, в первую очередь, воспитание молодого поколения. Чтобы спорт, да, приобщение к спорту. Это патриотизм, то есть и песни, и спорт, и так далее. Это культура наша, это наша духовность. То есть практически все компоненты в этот фестиваль вложены. И это очень здорово. Потому что, в общем-то, если судить о каких-то вещах, то тут достаточно все очевидно. Многогранно, и люди все это понимали и воспринимали. И сам фестиваль за себя сказал, что эти фестивали нужны. И это, кстати, если вот будет последующим, я вот еще продолжу Настин разговор. Значит, я думаю, что до 18 лет тоже будут следующих. Просто у нас не было времени, допустим, 3 недели, чтобы подготовить. Потому что до 18 лет должны быть медицинские справки, документы какие-то у ребят. И если... Когда будет уже больше времени, то, конечно, мы эти документы, допустим, ребята подготовят, и мы можем более молодые команды и так далее, участников создавать или отдельно, или вместе и так далее, посмотрим. Но факт то, что у семьи были детишки, которые тоже и бегали, и прыгали, и скакали, и в воде бегали, и за канаты там держались, и пытались в футбол там забежать на площадку, то есть это они видели, детей очень много было. И вот это, вот, как говорят, заряд бодрости и духа, конечно, это... Но, наверное, из всего того, что вы сейчас сказали, можно сделать вывод, что устали мы от городской суеты. Да. И хочется быть ближе к природе. На самом деле, такой фестиваль будет происходить каждый год. Мы хотим еще провести зимние мероприятия, так что вы еще о нас услышите.
вы знаете. Самое главное, что у наших телезрителей в том числе будет участие, возможность, да. Будет возможность принять участие в этом фестивале, потому что сейчас мы уже рассказываем, да, в прошедшем времени, они сидят и думают, эх, конечно, пропустили мы такое мероприятие, но конечно. Вот теперь мы обнадежили, что конечно. Будет еще такой фестиваль, и даже зимний. А программа фестиваля будет примерно такая же, если мы говорим про летний вариант, летний, или да. другая? Ну, летняя. Летняя, да. Летняя, да, а в общем-то, может быть, будем смотреть, там что-то, рокировочку какую-то делать, перекидывать какие-то, или добавлять еще какие-то состязания. Ну, там будет видно. Вот. А зимний, в общем-то, там будет, естественно, разработана тематика. Посмотрим, какие там, ну, естественно, зимние от летнего вида отличаются. Там и лыжи будут, допустим, и биатлон может быть с пневматическим оружием. Все это можно организовать и так далее. Но это, опять же, будет, будем разрабатывать, будем смотреть. Я думаю, что я тоже приму участие в разработке вот этих каких-то моментов. Потому что меня это очень заинтересовало, меня это как бы сподвигло к тому, что на самом деле люди соскучились по нормальному общению, по нормальных, вот правильно, как вы сказали, суете городской, отойти от нее, побыть на природе, с природой пообщаться, между собой пообщаться, поговорить, вот эти все моменты, знаете, они, вот эта духовность, ведь мы же никуда ее не денем. Она у каждого человека хочется вот это, как говорят, своими руками потрогать. Да, вот это природа, красота. Мы же ее никогда не изменим, не отменим. Поэтому это вот. Будущее, конечно, свое будет иметь. Кстати говоря, команду организаторов по положению можно собрать? Или ну, для участия в фестивале? Или это уже будет вне нет. правил? Вам нет. остается только да, смотреть за тем, что происходит, и немножко завидовать, что да. вы принять участие в этом, к сожалению, не можете. Ну, да. А какие-то пожелания от участников фестиваля поступали? Там, может быть, что-то добавить? Да, пожелания да. были. Что обязательно просят? Проводить, последующие проводить даже не один раз в год, а если можно, то и несколько раз в год проводить эти соревнования, чтобы это на самом деле большой задел, и все с таким удушевлением, не то что один, а с каждой командой, даже группой выражали свое мнение, мы хотим продолжения, мы хотим участвовать, проводите, мы вас поддержим, мы будем с вами и так далее. В общем, все как бы за нас радовали. Да, были довольны всем происходящим, и они были готовы в любое время принять участие и продолжать принимать. То есть они сами поддерживают и духовно, и морально вот это мероприятие, фестиваль, и готовы в любое время опять приехать и так далее. Даже будут приглашать другие команды, будут принимать. То есть, в принципе, приглашать, вернее. Поэтому... дорогого стоит. Да, это нормальное, хорошее мероприятие. Ну, в общем-то, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Все фестиваль правильно. Дружбы, в общем-то, и закончился дружбой дружба. Между участниками соревнований, организаторами, судьями, волонтерами. Ну и, наверное, главная цель достигнута. Да. Будем теперь ждать зимнего фестиваля и, конечно, следующего летнего уже в 2022 году. Уверенно будем его освещать. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Теперь вы знаете, чем заняться зимой. Думаю, что организаторы всех оповестят заранее, когда будет проводиться очередной фестиваль дружбы. А я пока предлагаю оставаться на нашем канале. Спасибо вам огромное, что вы освещаете эти моменты, что вы показываете людям, доводите до людей. Мы всегда с вами вместе работаем, и очень приятно, интересно, что вот именно вы сами обеспокоены этим и застрельщиками являетесь. Огромное вам спасибо, низкий поклон. Да подождите, мы еще команду соберем. Вот это будет здорово. Будет здорово. Здорово. Всего доброго, до новых встреч на ОТВ.